Здравствуйте, мои дорогие малыши-телезрители! Добрый вечер, уважаемые взрослые! В эфире Угрического телевидения Левушка, ваш неизменный телевизионный друг, который спешит поделиться радостной новостью. А все дело в том, что в почту нашей передачи пришло письмо от моей постоянной маленькой телезрительницы Леночки Павловой. Вот слушайте, что она пишет. Итак, здравствуй, Левушка, пишет тебе Лена. Здравствуй, Леночка. Я хожу в детский сад. У нас был праздник осени, и я там танцевала. Здорово, молодец. Вот бы я посмотрел с удовольствием. Итак, но сейчас я болею и сижу дома. Ой, как жаль, что ты болеешь, Леночка. Скорее выздоравливай. Левушка, приходи ко мне в гости. Лена Павлова. Ой, еще раз повторюсь, что жаль, что ты болеешь, а вот за приглашение в гости большое спасибо. К сожалению, у меня сейчас нет такой возможности, но я обязательно об этом подумаю. Тем более, что я и так у вас каждый день в гостях. У вас всех, мои милые малыши-телезрители, впрочем, так же, как и вы у меня, у Левушки в гостях. Но давайте уже скорее посмотрим, что же нам нарисовала Леночка Павлова. Ага, вот, пожалуйста, это снова я, Левушка. Я так понимаю, друзья мои, что вы все очень любите рисовать животных, но больше всего, как оказалось, всяких там разных левиафанов. А точнее львенка по имени Левушка. Мне это очень и очень даже приятно. Итак, это был рисунок Леночки Павловой, которой я еще раз говорю большое-большое Левушкино спасибо за очаровательный рисунок, за ее теплые слова в письме, а также, конечно, за приглашение. Ну а всем остальным моим друзьям-телезрителям предлагаю рассаживаться поудобнее, потому что на нашем экране мультфильм. Ну вот и все на сегодня. Наша встреча подошла к концу. Но перед тем, как проститься, я хочу вам всем, друзья мои, напомнить вновь и вновь, что с нетерпением жду от вас писем и рисунков. Присылайте мне их, пожалуйста, побыстрее. С вами был Левушка. Пока!